Привет! Вы по-прежнему смотрите 32-битные сказки для маленьких и взрослых. У нас по-прежнему в гостях супер-приставка Sega Saturn и ее главный герой Соник Супер-Ежик. Этот персонаж сделал имя корпорации Sega, вывел ее на первое место в мире не только как изготовителя игровых автоматов, но и как лидера в производстве домашних приставок, как 8, так и 16-битных. С картриджей Соник шагнул на страницы журналов и комиксов, на экраны телевизоров, но уже как герой мультсериалов. Дети всего мира без ума от синего ежика, бесстрашно вступающего в неравный бой со всевозможной нечистью, возглавляемой супернегодяем Бармалеем-роботником. И вот, наконец, наш любимый Соник стал трехмерным. Выходом новой игры Sonic 3D Blast, доступной, кстати, хотя и в усеченном виде, даже на стареньком 16-битном Mega Drive, у поклонников Sega появилась еще одна сказочная возможность отправиться в полной опасности и приключений путешествия и еще раз доказать всем, да и самому себе, что круче ежика зверя нет. Здесь все радует глаз. Такое обилие красок доступно только на Sega Saturn. Великолепный звук и непревзойденная популярность главного героя делают эту игру желанной в коллекции любого любителя 32-битных игр. Рассказывать о самой игре просто нет смысла. В нее надо играть. Поэтому на этом все.